Да, Накеле, можно пояснить, когда мы делаем энергозащиту дома, то вы говорили, что она разрушается это огнем, если красивый у вас, красиво пишете. А еще если делаем кому-либо не родственникам подарки и даем деньги. Иногда бывает, что приходят друзья и хочется сделать подарок, а еще постоянно привозят домой продукты и нужно расплачиваться. Не всегда деньги получается положить куда-то. Скажите, снова нужно проводить всю процедуру заново, если делать подарок и деньги в руки? Да, да. Но есть еще один нюанс. Существует некая защита, которая называется защита радости в семье. В случае, если в вашей семье все радостны, в случае, если радость постоянно находится, то вот такая радость может очень помочь вам в жизни. И она и создает ауру вашего дома. Пробить ее злопыхатели никакие не смогут.